Сборы – это важное начало спортивного сезона. И по традиции женская молодежная сборная по дзюдо начинает его в Сочи. Главная задача – подготовиться к ближайшему турниру – первенству Европы, которое пройдет в ноябре в Венгрии. Акцент сейчас на общефизическую подготовку и работу на татами. Мы здесь собираемся. У нас очень качественный спарринг, у нас очень опытные тренеры, которые осуществляют программу, которую пишет ЭЦО «Гамба» для наших команд. Поэтому это очень важно, не пропускать вот эти сборы перед первенством Европы. То есть должно быть планомерное, постоянное тренированность спортсменов. Планомерные тренировки привели дзюдоисток в германском Сарбрюккене к очередной победе на Кубке Европы. Девушки из сборной страны заняли все ступени пьедестала. Мы заняли командное первое место. У нас 2 золота было, 2 вторых и 3 третьих места. То есть мы обошли немок, голландок и француженок. Это очень важно для нас. Мы очень рады. Надеюсь, дальше продолжим в этом же ключе. Татьяна в свои 20 лет впервые спарринговалась с соперницами постарше и стала бронзовым призером Кубка Европы. Теперь, имея за плечами новый опыт, готовится к новым стартам, не забывая о купальном сезоне. Сочи – это вообще очень прекрасно. Мы прям каждый раз восхищаемся и самим вот комплексом парус, и как тут кормят, и какие тут условия, и сам зал. И то, что вот море, мы постоянно после тренировок ходим на море, плаваем, загораем, совмещаем приятное с полезным. То есть мы вообще в восторге именно то, что в Сочи проводится этот сбор. Одновременно с дзюдоистами свое мастерство на базе Центра спортивной подготовки «Югспорт» повышают фехтовальщицы. Шпажистки из сборной команды России, несмотря на палящее солнце, занимаются общефизической подготовкой на самом стадионе. Тренер отмечает, вот уже 12 лет команда приезжает в олимпийскую столицу, в том числе из-за благоприятного климата. Уже начинаем включать элементы специальной подготовки, уже у нас оружие в руках появится на этом сборе. Готовимся к сезону, закладываем базу, здоровье, солнце, море, медицинский центр, в общем, все по плану. По большому счету, все, что мы сейчас заложим, еще приедем к вам в сентябрь-октябрь уже с фехтовальными обмундированиями. И будем готовиться к этим этапам. Этапы будут отборочными к первенству мира, первенству Европы. Первенство Европы у нас уже в феврале месяце. Мира в марте. Верим в эту базу, верим в эту систему подготовки, и она нас еще ни разу не подводила. Надеюсь, что в этом году все будет в порядке. Все эти ребята – основные спортсмены сборных команд страны. Отмечают своим победам, они обязаны и городу Сочи. Фундамент своих свершений закладывают именно здесь. Поэтому адрес очередных сборов атлетам известен заранее. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.